сверху все время необходимо. Видал ты этих бедолаг, что с Вели набежали? Если бы не пираты со Скеллиги, я бы уже давно плыла обратно в Понтвань. Как же было дело с Фольтестом-то? Спокойно. Не трогай меня! Здесь пригодится глаз Нихалены.
Любопытно. Нет добра, нет зла, есть только боль. Нет добра, нет зла, есть только боль.
них там куча чудовищ и ловушек. Мы четырех наших вытащили ранее. Метод изгнания. Какие-то проблемы? Одна, сука, сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Геральт из Ривии, ведьмак. Меня прислал Родовид. А, так мы тебя ждали. Не вижу особой радости. А чего ты хотел? Мы сделали половину дела, а вся слава достанется тебе. Говорят, вы не могли попасть внутрь. До вчерашнего дня. А потом нашли вот это. Вроде ничего особенного, но сила в нем огромная. Он открывает вход. Прекрасно. Позволь, я это заберу. На, подавись. Думаешь, Филиппа все еще внутри? Мы не знаем. Но была там. Это наверняка. С чего такая уверенность? Мы охотимся. А так она... Ну, посмотрим, где там Филиппа. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. Как думаешь, найдет он что-нибудь? Это трубака? Да не в жизнь. Каждый грешник сгорит в вечном огне. Он умрет. Берегись, ублюдок. Где-то должен быть механизм, отпирающий дверь. Не хватает одной петли. Для совы. Здесь не развернешься. Охотники на ведьм в них уже покопались. Работает. Кто бы мог подумать. Ненавижу порталы. От них все нутро переворачивается. Накеры. Как и следовало ожидать. Любят такие места. Активирован. Вот получится его включить. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Должно заработать. Получилось. Портал есть. Не подходи! Убери, пока не поранился. Постой!
Ты ж тот ведьмак. Это ж тебя король обещал прислать. Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что. Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ. Но я покрепче буду. И потом тут такое должно произойти. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Я уже сказал, ни за что. А кроме того, я выломал элемент питания у телепорта. Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я... А если не сможешь? Некогда спорить. Давай кристалл. Через мой труп. Как скажешь. Это все? Уладим все по-быстрому. И быстро. Ладно. Хватит! Отдам я тебе кристалл! С дороги! Любовные письма. Интересно. Филиппа порвала с какой-то женщиной ради Дикстера. Маховое перо, край из трех. Это совиное перо. Еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птицу, она превращалась сама. О, туннель. Куда он ведет? Питание есть. Зараза.
Конечно. Как без стража. Что, паскуда? Стол, пара стульев. Скромный, но все-таки дом. Агаты. Филиппа всегда носила такие на шее. Только почему они в крови? Она с кем-то кровавленные хирургические инструменты. Использовала их в своих экспериментах. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Записки. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать. Мегаскоп оплавился, весь в копоти. Может, какие-то кристаллы уцелели? Кристалл из мегаскопа. Сильно поцарапанный. Рис придумает, что с этим делать. И еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птицу. Она превращалась сама. Thank you.
Надо было идти. Ты жив? Нашел что-нибудь? Пыль, грязь и кристалл мегаскопа. Понятия не имею, что это. Но может, что важное? Давай сюда твой кристалл. Мы доставим его королю. Не забывай, с кем говоришь. Приказывать своим людям будешь. Ну, как хочешь. Схватить его! Рассыпаться! Слушаюсь! Вечный огонь! Уладим все Интересно, как будто здесь смерч прошел. Надо смотреть башню.
Следы крови ведут в погреб. Гули стянули тело вниз, но убивали не они. Кожа, неестественно бледная, растрескавшаяся. Все, хватит.